Сегодня мы распакуем фигурку Тупс из фильма ужасов «Экзорцист». Фигурка выполнена в виде 12-летней девочки Риган с длинными волосами и яркими глазами. Однако в процессе экзорцизма внешность радикально меняется. На ее коже появляются странные раны, лицо и тело искажаются. Голос становится не похожим на свой обычный. Голова у фигурки неестественно вывернута, что передает атмосферу из фильма. «Изгоняющий дьявола» — это классика ужасов и первый фильм, посвященный экзорцизму. А вы смотрели это кино?